Сейчас я покажу простое приспособление для заточки ножей. Значит, очень удобно быстро затачивать ножи. Значит, что у нас себе представляет? Обычная деревяшка, на которой закреплено какое-то устройство, чтобы можно было выставлять угол. У меня это коробочка с просверленными отверстиями. Здесь отмечено 20 градусов, 30, немножко меньше. Значит, для тонких кухонных ножей надо меньше градусов вставлять, для толстых и прочных сталей 30 градусов ставится. И алмазный такой брусок-напильник с зажатым на конце штырем. Для того, чтобы можно было вставлять нужный угол. Как это работает? С помощью простых саморезов зажимаю нож отверткой. Здесь у меня планка из конструктора обычного. Берем угол 20 градусов. Выставляем. И простыми движениями, буквально несколько движений, этот нож моментально будет острый. Алмаз очень хорошо режет. Затем переворачиваем. То же самое делаем с другой стороны. Все, наточить нож. Дело буквально мне понравилось. 2 минут. Все, он готов. Вот такое устройство. Очень удобно и очень быстро точить ножи. Все.